Добрый день, участники городской интерактивной историко-краеведческой экскурсии. Как называется? Название «Ярославль» для молодых школьники вспомнили не сразу. Зато подготовились они к историческому состязанию основательно. Команды придумали себе девизы, костюмы, а некоторые даже грим. А где же твои усы? Вот. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Такие краеведческие игры проводятся в городе дважды в год по инициативе Ярославского городского молодежного центра. Я хотела показать ребятам, насколько важно участвовать в таких вот городских мероприятиях, потому что это весело и познавательно. В повседневной жизни вряд ли заглянешь в интернет и посмотришь, кто такая Екатерина II, кто такой оперный певец Леонид Собинов. На необычном уроке истории, если его вообще можно назвать уроком, школьникам пригодилось умение разгадывать шифры и ребусы, рисовать и показывать слова пантомимой. Учителями выступили исторические персонажи. Я Александра Дмитриевна Чудинова, это известная и любимая ярославцами актриса Волковского театра. И находимся мы перед зданием, в котором жил Федор Волков, но на самом деле дом, конечно же, принадлежал не ему, а его отчиму. Я Надей Андреевич Сетишников, крупный русский купец и промышленник первой половины 17 века. Заинтересовать школьников краеведением сегодня непросто, но судя по тому, как ребята увлеченно открывали для себя страницы истории, организаторам экскурсии это удалось. Светлана Гофман, Нина Липина, Анатолий Цукерман, Я Новости.